кто хочет знать о собаках все. Это программа «Удивительный мир собак». Я, Лариса Чикова, расскажу вам о самой удивительной и необыкновенной породе малой английской борзой Уиппет. Здравствуйте, Ларис. Здравствуйте. Давайте для начала мы переведем название. Вот что такое Уиппет? Уиппет по словарю 1250 года. Уипп – это собака для травли мелкой дичи. Более поздняя трактовка – Уиппет – это удар хлыста. Ну, в общем, это все оправдывает название. Собаки действительно очень быстрые, очень резкие. И это действительно похоже на удар хлыста. Считается, что уиппеты – это потомки арабских, в общем, фараоновых, скорее всего, собак. И попали в 55 году до новой эры на Британские острова вместе с завоевателями. В 19 веке был установлен стандарт этой породы. И, в общем, он практически не поменялся до сих пор. Ну что ж, Лариса, каким он должен быть, настоящий уиппет? Ну, вот один из представителей данной породы. Это Валар Блэк Шарк Лайф. Ему 2,5 года. Он уже интерчемпион, чемпион 6 стран. Так что, очевидно, он стандарту соответствует. Голова уиппета сухая, длинная, плоская в черепной части. Уши хорошо затянуты. Уши у них называются лепесток розы. Красиво. Форма ушей, да, так называется у борзых. Уши хорошо затянуты. Вот видите, они даже как бы в косынку складываются. Да, очень здорово. Собака с длинной шеей. Вот, посмотрите, какая длинная, красивая шея, чуть-чуть выгнутая, как у породистой лошади. Безумно красиво. Спина достаточно прямая, но с выпуклостью в районе поясницы. Это обязательное условие стандарта. Хвост не должен подниматься выше корпуса. Вот в стойке положение хвоста вот такое, под животом. Вот, лапы сильные, мускулистые. Вот хорошо обмускуленные задние лапы, хорошо обмускуленное плечо. Очень крепкие и крупные зубы. У нас зубы по стандарту примерно такие же, как у добермана. С окрасами все достаточно просто. Окрас уиппета может быть любой. Какой, хоть в полосочку, в горошек, в крапочку. Этот окрас называется белый с бежевым. Большинство сейчас собак вот такого окраса. Бело-тигровых или просто тигровых. Вот это мать этого кобеля, Валар Блэк Шарк Ирис. Это наиболее типичный окрас сейчас для уиппета. Хотя сейчас уже очень многие питомники стараются все-таки к гладким собакам опять переходить, как было раньше. В Финляндии есть даже питомник, который в переводе звучит как «прощай, тигровина». А вот вам лично какой окрас ближе? Черный. Черный. Мне тоже практически нравится. Последняя в России, кто разводит черных собак. Я полгода для нее ищу черного кобеля по всей Европе и не могу найти. Ну вот черненькие, да, да, получается? Да. Это мама с дочкой. Мама Валар Блэк Шарк Диана и 7-месячная дочка Валар Блэк Шарк Найт. Это мой любимый цвет. Поскольку, если черная собака хороша, то на ней видно все. Ну, совершенно очевидно, когда видишь этих роскошных собак, то, что они созданы прежде всего для бега. Да. Вот давайте об этой их основной, безусловной функции. Да, это одни из самых, вернее, самые быстрые собаки наравне с грейхаундами. Они обладают одинаковой скоростью, где-то порядка 70 км в час. Это самые быстрые собаки на свете. Причем считается, что вообще самые быстрые животные – это гепард. Но гепард со скоростью 100 км может бежать только 50 метров. Если он добычу не взял, он ее бросает.
Эти вот на охоте, например, они уходят на 1,5-2 километра и с такой же скоростью возвращаются. Поэтому они, хотя они все-таки спринтеры, но бежать могут достаточно далеко. Лариса, ну, наших зрителей, конечно, интересует какая-то собака в повседневном общении. Вы знаете, в первую очередь уипет – это собака-компаньон. И это прописано в стандарте. Про охоту там вообще ничего не сказано. Собака удивительная. У меня собак было много и разных, но глубины контакта с человеком такого, как у уипета, я не встречала ни у кого. Хотя были и служебные собаки, и декоративные. Самое главное в нем, что он не выбирает одного хозяина в доме. Для него вся семья – это его стая. А как они с детьми? С детьми замечательно. У меня неоднократно брали щенков. Ну вот, мамы, которые вот-вот либо рожают, либо только что родили. Лучшие няньки для ребенка не придумать. Ребенок спит в коляске, рядом лежит уипет. Стоит ребенку только подумать, пискнуть. Уипет уже бежит за матерью, у тебя там ребенок пищит. Вы знаете, вот собака, как мне кажется, она не только красивая и обладает замечательным характером, она еще для городского жителя представляется очень удобной. Вот об этом можете сказать? Могу. Она удобна необыкновенно. Во-первых, размеры. Вы эту собаку можете посадить в сумку, на плечо и ехать с ней куда угодно. Прекрасно переносит машину, поезда, самолеты, любой транспорт. Я очень много езжу с собаками по выставкам и за границу, и по России. И их совершенно не волнует, кто и где, как едет, лишь бы хозяин был рядом. Это первое. Во-вторых, собака неприхотлива, в общем-то, в еде. Совсем неприхотлива. Это второе. Третье. С этой собакой можно заниматься, чем хотите. Хотите дрессировкой. У нас люди занимаются и ОКД, и ЗКС, причем прекрасно. Можно заниматься аджилити. Можно заниматься фрисби. Кстати, фрисби в Америке было придумано именно сперва для уипета. Можно заниматься бегами, можно заниматься курсингом. То есть эта собака дает массу возможностей для активного отдыха. Скажите, пожалуйста, о вашей выставочной карьере. У меня в питомнике 8 интерчемпионов, 76 чемпионов всяких стран, титулы чемпиона стран. Но я не говорю о титулах чемпиона РКФ, юные чемпионы и так далее, и так далее, и так далее. 8 чемпионов национального клуба породы, 5 беговых чемпионов. Понятно. А ваш питомник как называется? Валар Блэк Шарк. Это что-то специальное значит? Это специальное. Black Shark – это черная акула. Так прозвали мою самую первую суку, черную, Жозефину Феррари, за ее волшебный характер. Она была очень строгая девушка. А Валар – это аббревиатура из имени моего мужа Володя и Лариса. А плюс в переводе с итальянского – это еще и летающие. Получилась летающая черная акула, что совершенно соответствует названию и породы, и питомника. То есть как раз все совпало очень удачно. И ваша любовь к черному цвету здесь. И моя любовь к черному цвету. А скажите, Лариса, вот трудно ли это быть заводчиком этой породы? Нет, работа сумасшедшая. Я прежде чем задумать вязку, я до 8-10 колена просмотрю все возможные варианты претендента, чтобы понять, что может вылезти. Работа сложная. Потом выращивание щенков – вообще работа адская. Это очень большой труд. Очень большой. Щенки не трава, сами не растут. Во-первых, нужно вырастить суку, оттитуловать, подобрать вязку, еще и съездить куда-нибудь повязать. Это, во-первых, большие расходы, очень большие, большой труд. Потом родить щенков, дай бог, чтобы все хорошо, без всяких сложностей.
вырастить щенков, ну и тогда уже пожинать плоды. Чем эта порода, на ваш взгляд, отличается от любых других пород собак? Вот в чем ее особый шарм, ее фишка? Особый шарм, во-первых, порода универсальная. Не со всякой породы можно заниматься всем, чем хочешь. Есть специфика. У них специфики нет. Во-вторых, порода очень доброжелательна, но в то же время порода прекрасный охранник. Великолепный. В-третьих, необыкновенно ласковая и, самое главное, ненавязчивая. Она не будет к вам приставать, если вы в данный момент этого не хотите. Они это очень хорошо понимают. Потом ее в доме не видно. Они спят. Они не лезут, не прыгают, не носятся. Их просто не видно. И вот они спокойные. Вот видите, они стоят абсолютно спокойно, никуда не дергаясь. И очень послушны. Лариса, ну, я знаю, что вашему питомнику уипетов уже 20 лет. Это огромный срок. И я уверен, что за тем, как вы обратились к этой породе, как она вас зацепила, стоит какая-то наверняка потрясающая история. Вот давайте ее. История такая немного удивительная. У меня в ту пору у меня был шнауцер. Но мне очень хотелось суку, чтобы она была в одном размере со шнауцером, но что-то совсем другое. Искали мы очень долго. Пока мне в клубе не показали фотографию черного уипета, стоящего на столе, и не сказали, что сейчас есть помет. Вот это то самое, что кирпич упал на голову. Я поняла, что я ничего на свете не хочу, так, как эту собаку. Мы поехали, посмотрели щенков, и когда из всей кучи щенков мне навстречу вышла собака, я даже не знала, кто это, кобель это или сука, хотя приехала за сукой. Я сразу сказала, вот этот щенок мой. Хотя меня уговаривали посмотреть других, я сказала нет. Вот это моя собака, и на счастье она оказалась сукой. Моей Жозефиной Феррари. Ну это прямо классическая история, любовь с первого взгляда. Да. Причем мы обе вот встретились глазами и все. Некоторые ваши собаки имеет отношение к театру. Вот это увлекательная история. Как это было? Поделитесь. Мы 8 сезонов отыграли в театре Вахтангова спектакль «Царская охота». Я уверен, что зрители, которые сейчас видят ваших собак и вас, они влюбились в эту породу. Это совершенно для меня однозначно. Я так надеюсь. Так произошло сейчас со мной. Вот. А как правильно обзаводиться этой породой? Вот как завести себе уипета, если вдруг на сердце ляжет? Ну, точно не на птичке. Есть у нас сайт и форум Национального клуба породы. Есть сайты питомников. На форуме, на сайте Национального клуба там есть объявления о щенках. Вот, просто надо обращаться к заводчикам. Ну вот, нам очень понравился ваш сайт. Нам показалось, что он такой простой и очень информативный. Легко в нем разбираться. То есть можно и сайт посетить. Да, конечно, он не перегруженный. Если набираете питомник Valar Black Shark, то сразу этот сайт и открывается. А вот наши зрители увидели, что очень-очень голубым интересуются ваши собаки. Трудно удержать их сейчас? Трудно. Трудно, поэтому у меня хорошие карабины и хорошие поводки, чтобы это было надежно. И мне в заключение вот хочется, чтобы вы рассказали о том, что мне показалось очень интересно. Так называемые внимательные глазки этих собак, взгляд. Вот что взгляд у них действительно необыкновенный. Он глубокий настолько, и в нем отражается столько всего, что по их глазам можно читать. В них и любовь, и что самое главное, вот в них глубинное знание. Вот это просто видно, что они знают и помнят то, что мы не знаем и не помним.
Лариса, спасибо большое за столь интересный рассказ. Удачи вам на шоу, хороших владельцев щенка, и пусть развивается выпад в России. Спасибо. Собаки – это важная часть нашей жизни. Я желаю, чтобы вы поняли красоту, необычность, удивительность этой породы. Заводите уипет. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Хотите, чтобы о вашем питомнике и породе узнали все? Покажите себя и своих собак миллионам наших зрителей. Ваша сольная программа в нашем эфире. Пишите, звоните.